печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих мир на Израиля. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня, на хребте моем орали арата и проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Слава! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тут где-то молитва слов, Володя. Посмотри. Мы не знаем. Он где-то всегда рядом здесь у него был. Хорошо. Угу. Володя-то нету. Три молитвы. К тебе, Владыка, человеколюбец, встав после сна, я спешу, и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела, и молюсь тебе, помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от всяких мирских злых дел и от дьявольского действия, и спаси меня, и веди в царство твое вечное, ибо ты мой Творец и всякого блага источник и податель. На тебя вся моя надежда, и тебя прославляю теперь, всегда, и в веки вечные. Аминь. Господи, сохранивший по обильной своей благости и великому своему милосердию раба твоего, прошедшее время этой ночи и отразивший всякое нападение дьявола, ты сам, Владыка, Творец всего мира, удостой меня при свете твоей истины с просвещенным сердцем исполнять волю твою ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми, всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и повраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо тебя благословляют все роды, и пречистое имя твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Ангелов. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения.
О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Виктор, Надежды, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего Христа Господня, ставь меня грешного, уповающего на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победно сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца Мой Духовного, родителей сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Игоря, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, паству их, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священника, как угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Бараха, Александра, Игоря, Рамзана, Петра, Александра. Положи им на сердце исполнять волю Твою святую и сохрани их от покушения на них. Слава Тебе за тихое мирное время, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой. Для всего пощади нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь исцеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Виктора, Владимира, Никиту, Андрея, Игоря, Серафима, Василия, даруй веру. И благослови Татьяну, Алексея, Иосифа и сродство их. И пришли добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твоих. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью с чадами, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину и общину нашу, расширь пределы их. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея, Валерия, Нину, Татьяну, Тамару, Анну, Надежду и Анну, Валентину и сродников их, Андрея, и всех помогавших нам благовестие, Дмитрия, Владимира, Олега, Алексея, Александра, Владимира, Андрея, Юлию, Елену, Михаила, Нину и Сергея, Анну со чадами, Юрия, и всех, с кем мы познакомились здесь в интернете. Господи, благослови их обильно, наставь на путь истины. И утверди веру православную, а замысли еретиков разруши и развей навсегда. И обрати их сердца к истине. Посети болящих, дай силы все перенести, благословляя. И даруй здравие Сергея, Александру, Анну, Неонилу, Валентину, Галину, Елену, Марию, Надежду, бывшего правителя Михаила, Германа, Александра, Карена, Людмилу, Валентину, всех наставь и сохрани, и защити. Это наше сокровище, сайт и форум, и все, что на нем есть. Сохрани для многих людей, трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Василия, Гавриила, Ольгу, Тимофея, Мартина, Надежда Светлана, Юрия, да, Господи, укажи, кто должен трудиться по распространению книг. Благослови Михаила, путешествующего с Тимофеем, путешествующего Тарасе, Раису, Льва. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея,
Евгения, Василия, Даниила, Александра, Владимира. Ты их знаешь, Господи? Услыши наши молитвы, а всех и заповедавших нам молиться о них. И сродство наше найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Николая, Надежду, Ольгу. Благослови их и нас помилуй. Томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических больницах за слово Твое. И убиваемых детей Твоих прими, откроем обители вечные. И нас помилуй, милости Твоя ради, сохрани, защити это место. Пошли добрых жителей, знающих Тебя, добрых детей в лагерь, исполняющих заповеди Твои. И готовящихся к крещению, благослови их, помилуй. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой, на воскресенье жизнь вечно отошедшей от жизни сей родителей, сродников и всех православных христиан, Михаила, Валентину. И сотвори вечную память, вечный покой. Боже, милостью будь негрешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, якого истину блажите Тебе, Богородицу Пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово Рожественную, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного же Творящего Христа, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благи си, и человека любец. Аминь. Боже, милостью будь негрешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Нет иного Бога, кроме Тебя, так любящего создание Свое. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, как Ты умягчал мастерства людей, где мы были. Покрой нас амофором любви Твоей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, за все Твои милости, за Твое долготерпение, за жертву Голгофского страдальца Иисуса Христа. За пролитую кровь за каждого из нас. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешне. Добрый мой ангел, благодарю тебя. Столько лет ты хранил душу мою. От видимых и невидимых опасностей избавляй. Добрый мой ангел, не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву и помощь. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье, и Гавриилу, и священнику, и Сергию.
И укрепи, чтобы не страшиться царей начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов, Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец. Моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву о людях и животных, и впредь не оставь твоим попечением о нас, и сохрани всякую живность. Благослови брата Игоря в деревне, пошли ему все необходимое, дабы сохранить землю. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия и жизни сей не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелист, и Матфей, и Марк, Лука, и Иоанн. Да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Космодемьян, Ян, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь, дабы никто не принял начертания зверя. И даруй веру добрую Анфиму и Вениамину. Истреби из них недобрый характер, усташи родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и помилует в святой православной вере, а замысле еретиков развей и изничтожь, и обрати их на путь спасения. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатиноса, Маринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. И исправь, наставь на путь истины Галину, семейство Екатерины, Евгению, Надежду, 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 Светлану, Марию, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Лену, Людмилу, Серафиму, Галину, Галину, Лидию. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Давайте там поставь все. Надежда Васильевна, поставь, чтобы она смотрела, чтобы не убежала там у тебя. Можешь заложить его, чтобы варилось.
А ты пока посчитай Слово Божие. Я еще хотел почистить. У меня сегодня сразу вопрос возникает. Ребятишек-то набирается больше, чем я думал. И две машины уже не увезут. Нужно сейчас как-то сделать на перехват выйти. Попросить, кто едут сегодня. Во вторник же сегодня. Молочники кто? Чтобы они как-то места не заняли. А потом, которые дети местные, чтобы они их забрали, заехали. Они знают, где дроботы. Загуляева, то есть могут взять. А остальные-то, которые люди появились-то, у меня взрослых уже больше, чем я думал. Вчера Люба звонит Фатеева, мне место быть. Подходит Галя, мне чтобы было место. Ну, я и обещаю. А там места больше и нету. Я сейчас подумал, и самая неприятность будет, когда люди придут, родители, и а завтра обещают с дождем, и никуда, ничего, никак. Вчера я созвонился с Женей Долговым, там фермер, который. Я говорю, как дорога-то? Да вот это. Я говорю, да что ж не вопрос. Да скоро начну, через несколько дней. Да ко мне ехать завтра. Ну, через Шарщину, там через Урывку показывают где. Там колею они пробили. Там на полметра, наверное, глубина. Ни одна машина наша маленькая не пройдет. Она на пузо сядет просто. Я вчера хорошо поговорил, они посевнули и заканчивают уже. Вот. Мне сейчас главное, наиважнейшее, первый шаг это детский лагерь. Когда он уже начнет функционировать, вот тем более из Москвы подъезжает, который там Михаил Батугин с Тимофеем, другие там из Воронежа звонили. Ну не знаю как. Откуда-то люди прям совершенно незнакомые. Я говорю, как вы узнали? А друг от друга. Мы давно искали такой лагерь, где бы ребенка вот так воспитать, ну им охота, чтобы он не на улице был. Ну а если он не верит, ну вот, нет, это мы не возьмем. И мы ему просто испортим лето. Ну, мы сами-то верующие, а он, а вот наоборот, если бы он был верующий, а вы не верующие, тогда бы я его взял. Ну, представьте себе, утром, вечером мы молимся. В воскресенье, в субботу церковные молитвы, там в храме-то ведь, это же длинно, 27 часа-то. Ну, я, правда, увожу их отдохнуть, но все равно, вот если ему это не надо, да он не против. Нет, я должен поговорить с ним. Вот сейчас мы были в воскресенье, записывали, мальчишка, он не против, здоровый, ну, все сошлось. Похоже, что он не будет. А другая, вот у нас, мы же не государственная структура, у нас 100% расхода падает на нас. А у них 90% берет профсоюз и администрация района. Они только родители платят 10%, а у нас 100%. Ясное дело, что мы никак не вписываемся. Москвичу говорит, сколько? 6 500 рублей за 30 дней. А у них-то там 3 недели, 2 недели там в городе, лагеря-то какие там они. Да он говорит, а что, голодом детей держите? На эту сумму-то что сегодня? А это приходит, денег нету. Ну, вот я принимаю 10 ребятишек, 10, и все до одного бесплатно. Ну, а чем питаться-то? За машину сейчас заплати, за бензин заплати, продукты. Сейчас вот пошли вчера покупать, ну, минимум по 50 килограмм рису, пшенки, мука есть. Ты все сделаешь, там печь отремонтируем, ну, сейчас, завтра покупать надо блоками рыбу, потому что пост настал, пост. Масло растительное есть. Ну, где денег-то взять-то? Ну, пошли сейчас кассу сняли, тут церковную, сколько-то. Ну, пшенки надо, рису, что у нас, чего у нас не хватает-то? Это на меня 44-й год вот это. И ни рубля нигде не помогает. Порошки стиральные. Тоже так. Говори. Все. О. Ну я понял так. Так, ну ты очень нужна сегодня. У меня набираются детей, я гляжу, что не помещусь. Перехватить надо молочников, они молоко привозят сюда по вторникам, с Потеряевки. И договориться, чтобы они никого не брали, кроме наших детей. И договориться точно согласоваться с Загуляевыми, ребятишек взять, взрослых я беру, и дробот. А остальные тут мы поправимся. Наша газель идет, и Андрей этот Головач на своей машине, тоже у него в виде газели. А. Так, поговори с ним, чтобы вышел на нас. Кто приедет сегодня? Мне, Валентина-то твоя с Казахстана, где она? Ну вот, она едет, сколько ребятишек с ней? Двое, это уже 3 человека. Они к нам никакого отношения к машинам не имеют, запомни, я на них не рассчитывал. Это только с молочниками. Дальше. Ну-ну-ну, дальше что? Но...
Вы там корму к вечеру покупаете, холодильной камеры-то нету большой. Ну тебе сказали, какую рыбу покупать? Какая? Ну не берите это хек какой-то и там сухой давишься. Рыба такая, чтобы детям нравилась. Но все равно, чтобы она была действительно. Нынче пост. Сельдь, если селедка есть, она хорошая. Ее можно малосольной самим сделать. Только берите всегда свежее мороженое. Не берите соленое. Морковку, ну вот это прочистим. Морковку по теряевке пойдем по чужим погребам. Я только пройду и... Ну да. Значит, капусты кочанов накупить надо там. Ну, в общем, Рада, подробности мне не нужны. Ты это сама узнаешь. Сейчас перехватываю Игоря, чтобы вышел на меня. И он едет попутно, где роботы живут, чтобы забрал детей. И она из больницы, там девочка одна вернется, ее сразу к нам. И нафу. Так, у Гали там девочка ногу растянула, что-то болеет. Тоже забрать. Больных нынче мы подтянем к лагерю. А. Ну, я... Там есть, когда мне думать о прощении там. Ну, еще место-то остается, одно место. Ну, кого-то пусть возьмет детей разрозненно, а там соединим. У меня возможности, если не будет. Автобус, городская администрация мне, и я не пошел в милицию, там УВД давали мне. Опасно, потому что они впереди, сзади машины начинают копать. Кого копать-то? Мы какие? Нас растереби, ничего не останется. Они, правда, нам никогда зла не делали, но я просто опасаюсь. В газельку я сижу. Раз. Люба едет два. Галя три. Виктор сидит четыре. Остается еще три места. Она на семь мест. Кого это? Совсем никого. Ну, а то Андрей-то тот возьмет тоже примерно столько. Я не знаю, сколько придет людей, которые звонили. Ну, а вот она придет, сразу придет троих. Там, который был... Ну, короче, так, затруднение. Все, отошел, да? Ну, с Богом. Так, ты еще приедешь-то сюда? Зачем? А, продукты покупай. Ты, Витя свободен, забирай его, он здоровый, он может носить. А если надо, то прямо газель нашу выгнать и проехать по магазинам и мешками загрузить. У нас грузы здесь уже сейчас килограмм на 700. Это уже полный груз газель. Они взяли там новые рессоры, хотят усилить сильнее. Но это уже перегруз, да еще люди... Ну, потом отправим, может, конечно. Все, отошел. С Богом. Видишь, с утра пораньше, сколько вышел этот с Белоруссии на разговор, Игорь. Все узнали, что это последний день. Я попросил Галину Николаевну Кудрявцеву, чтобы она заблокировали там мне. Ну-ка, не заблокировали, а ну, сняли, чтобы не платить мне летом. На 4 месяца телефон, стационар и интернет. Это мне все-таки экономия какая-то будет. Хотя за интернет я не плачу, за телефон только. Это платят другие. Давай, считай. Надежда Васильевна, слушай, Виктор, считай. Деяния святых апостолов, 19 глава. Поближе сюда, чтобы слышно было. А то я что-то не заслышу. 19 глава, с 18 стиха. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. Святую воду воду беру и каждый день промываю глаз, который болит. И как будто легче стало. Два года болел. Уши.
Я вообще говорю, проехали мы от Тихого океана до Лиссабона, и везде пили сырую воду, там криком кричали, не пейте, вода плохая. Скандинавия, Прибалтика, ну, худо или бедно, 500 городов и сел проехали за 7 с половиной месяцев. И никто не заболел. Почему? Святая вода. Святая вода. Она омолаживает лицо, душу, доверие Богу. Вот это сегодняшняя мне порция. Один глоток и хватит. И просфора. Обязательно просфора, чтобы было. А ты это знаешь. Давай. В то время произошел немало мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». Вот сейчас мне пишут, говорят, ну вот сейчас там сектанты нападают и говорят, вот у вас Артемида Эфесская, богиня неба, а вы Богородицу-то как чтите? И поэтому так попы и воюют против нас, говорят, потому что иконы пишут, а иконописцы теперь, ну скажи, что не писать-то, а он за это, они же мастерские там при епархиях-то. И вот, ну, я думаю всегда, что можно было найти какое-то более щадящее состояние. Вот сейчас пишут, когда собор собирался, там при Никоне было, и все знали, в народе многое не знали, на 666 знали. Зачем они собрали собор, говорит, в 1666-м? Ну, могли на 2 года раньше, на 10 лет позже, а в народе сразу поняли, антихрист. А дальше подрисовать рога уже ничего не стоило. И сейчас пишут, это не просто прокол какой-то, это умышленно было. И расколы, как правило, начинают и исчезают. Самый жизнеспособный был раскол, это вот старообрядческий. Вот по сегодняшний день у них митрополия. Почему? Потому что раскольники оказались не те, кто раскольники, а те, которые приняли реформу, раскольники, это мы. Верили, верили не по Библии, так надо было всю силу-то направить, чтобы Святая Библия была настольной книгой. А то 2 раза аллилуйя сказать, 3 раза, ну... Какая разница? Ты все равно Бога прославляют-то. И вот сейчас говорят, даже за цифру эту, там, Андрей Кураев это разбирает. Он умница такой. И все это говорит. Ну, те люди-то не могли не понимать этого. Народ ничего не знает, а все 666. А год-то 1666, это Рождество был. И все понимали, что этот год такой. 1000-то легко отбросили, а 666 нарисовалось. И кто? Никон, Мордвин. А дальше уже пошло, и уже непримиримость. Уже сожжение по 1000 людей, автодафе началось. Самосожжение было. Умереть предпочитали целыми слободами. Давай дальше. «Испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: „Велика Артемида Эфесская!“ И весь город наполнился смятением, схвативши македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из российских начальников, будучи друзьями его, пославших к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: „Велика Артемида Эфесская!“ Очень невероятно. Это 2 часа. Вот представьте, им не скучно было, солнце жарит. Велика. Ну, если она велика, да и велика. Что тут говорил? Но это сектанты вот сейчас, это легко все обратить на православных. Ну, можно было найти там какой-то режим. Вот мусульман это отвергло иконопочитание. Совершенно нельзя. Да можно было и без икон остаться, уже беды-то не было. Ну, потеряли это 2 миллиарда людей.
Я всегда думаю, это уже не тупость, это умышленное злодейство. Столько людей отвергнуть от себя. А с тобой это легче было договориться с мусульманами-то. Договориться, рассказывать о Христе, о жертве его. Ничего этого не было. Ну и так и вся история катится, это как Пушкин говорит, телега. А дальше уже такая мать. Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Все. Так, Надежда Васильевна, иди-ка сюда. Там она, щебарнище, щебарнище, то гремит посудой, там что делает. Вы не знаете, у меня установил Сергей, а тут Гавриил, они помогли вместе. У меня самозапись делается. Я обновление записал сегодня. Вы не против, что это выставляется? Сейчас ну, идет запись у меня. Да, нет, конечно. А? Нет. Уже привыкли к этому. Кого привыкли-то? Еще неделю одну узнали-то. Виктор Николаевич, ты не против? Нет. Ну и все на этом. До свидания. Давайте, я буду заниматься своими делами.